Доброго денечка, товарищи, с вами Беброс, танцующий титан, и это видео, к сожалению, не развлекательное и без шуток, но, по крайней мере, я постараюсь, так что, если вы хотите развлечься, выключайте. Это видео будет больше о развитии канала, планах и будущем, поэтому оно и называется 2.0. Ну, а теперь давайте ближе к теме. Вы на меня подписываетесь, сейчас количество выросло до 400 людей, это уже большое количество, и поэтому мне надо как-то с вами делиться и прочее, и вместе развивать, и говорить что да как. И этим мы и займемся. Почему так происходит? Потому что я заметил небольшую тенденцию. Я всегда слежу, то есть на Ютубе, на моем канале, так как у меня небольшой контрактик с Ютубом, я могу смотреть аналитику полнейшую, то есть всего как что идет. И смотря на это, я делаю определенные решения и прочее. Ну и, конечно, еще с учетом моей личной жизни. Что происходит? Давайте начнем с грустной ноты. Как вы заметили, я делаю все меньше и меньше видео по Destiny. Причем самая главная группа видео, гидов, она больше всех пострадала. И давайте подумаем, почему. Почему именно пострадали гиды? Потому что это занимает очень большое количество времени. То есть я всегда говорил, если я делаю обзор, я буду делать обзор на то оружие, с которым я играл, опробовал и прочее. То есть это прокачать оружие, потом с ним поиграть хотя бы пару дней, потом... снять, монтаж и прочее, это занимает очень много времени и очень много усилий. И я рад это делать, но если бы за это там, то есть если бы мне какой-нибудь миллиардер бы платил, я бы этим как работой бы занимался спокойно. Это интересно и круто, но времени мало, я выпускаю сыроватый продукт, и в итоге страдаете и вы, и я. Так нельзя, так неправильно. Что самое главное получилось, то есть я... У меня стало меньше времени, больше дел, и я начал снимать вот такие вот видео, то есть с лицом. И что я заметил, что меня чертовски удивило, потому что, давайте такой флешбэк небольшой. Когда первый раз снял, то есть просто такой вот разговор, я думал, будет куча дизлайков. Думал, ну, народ ждет как бы больше игровую часть и так далее. А вышло наоборот, ребята, в том-то и прикол. Я сейчас просто пролистал все свои видео. Видео, где вот так вот я говорю, то есть блог вживую с эмоциями и прочее, набирает больше лайков, больше комментариев, меньше дизлайков. То видео, например, обзоры, я вбухиваю кучу времени и ресурсов, в итоге меньше лайков, больше дизлайков и больше негативных комментариев. То есть, и встает такой вопрос, зачем мучить себя, чтобы потом еще и мучить зрителя? Конечно, я согласен, то есть игровые видео будут, я буду как-то стараться, но я решил как-то изменить формат. Было бы классно очень получить PlayStation Eye, тогда бы можно было бы делать видео сразу же, а в итоге была бы моя рожа, то есть в уголке, и это было бы классно. Но, конечно, это тоже требует ресурсов и прочего, но у меня вот такой в планах есть, то есть... Блин, надо было сконструировать логично, как, что, да как. Давайте с простого. Что будет выходить в ближайшее время? В ближайшее время я, конечно же, расскажу просто так вот на камеру с вами, как с друзьями. Вот ты, товарищ, ты-то мой друг. Вы все друзья, вот ты особенно, дружище. Ну так вот, просто на камеру обсудим такие главные детали, потому что материалов-то, в принципе, видео нету, и я их не могу замонтажировать. Почему? Потому что комп, вот, говно полнейшее, ему уже больше 5 лет. Ну так вот, просто рассужу с эмоциями и прочее, что мы получили с Taken King. И если народ захочет, как я говорил в прошлом видео, мы также обсудим и большое количество информации с E3 более детально, потому что мы все геймеры в первую очередь. И тут на этой ноте я хочу подчеркнуть, что я решил немного канал модернизировать, как и говорил в самом начале, еще несколько месяцев назад, что рано или поздно это произойдет. Более разнообразно, то есть игры как общее. То есть вот E3 это был классный формат, конечно, я тут лоханулся, надо было делать конкретные стримы и прочее, чисто вот про игровую информацию, и потому что мне это нравится, то есть обсуждать игры, делиться эмоциями, что да как, говорить хорошо, плохо, нет и прочее, потому что на одном Destiny, извините, я далеко не уеду, потому что я тоже вот немного подустал делать видео по Destiny, и хочется играть в другие игры. И поэтому как-то я буду разноображивать, то есть рассказывать про то, про другое. Но Destiny, конечно, останется тоже большая частица. То есть я вот буду, как говорил, говорить, вот я скоро сделаю видео по классам новым, потому что там есть что обсудить. Зур
Буду стараться его делать, но, ребята, это очень нелегко. Я уже это делал несколько месяцев подряд без остановки, то есть каждую пятницу. Это очень привязывает. Очень трудно жить и работать, зная, что вот в пятницу тебе надо встать, записывать монтаж, то да сё. Вот это вот как школа. Вот помните, вы были дети, школу любили? Нет, ну никто не любил школу. Вот это такое вот же ощущение составляет. В общем, что мне еще в планах? В планах я еще хочу, но это не скоро, потому что, ребята, это большая вещь. Купить новый комп, но это ближе, наверное, к ноябрю. Тогда я, скорее всего, смогу делать реально хороший монтаж на хорошем новом компе. Сейчас я этого сделать не могу, и поэтому даже вот такие вот видео, то есть такие видеобложики, они выходят просто с куском, бам, и все, без всякого монтажа. Что еще касается части ресурсов. Вы знаете, что был Е3. У меня прошла такая идея. Блин, Е3, ну хрен с ним, с Е3. Есть еще Gamescom. Gamescom самая большая выставка, она даже сейчас больше Е3. Конечно, там информации меньше, то есть актуальной, но там происходят тоже важные анонсы и прочее. И это происходит в Германии. Мне до Германии здесь рукой подать. Я живу на самом юге Англии. Мне просто взять даже самый дешевый автобус, доехал и все. Но сами билеты, конечно, дорого. И плюс еще время. Также я специально для вас порыскал, чтобы помнил, что такое было похоже в Лондоне. Но, в общем, в этом году в Бирмингеме в конце сентября проходит выставка игровая, самая большая выставка в Англии. И если у меня будут возможности и ресурсы, было бы еще, конечно, круто купить GoPro, я бы туда поехал и каждый день бы залив. То есть, кто смотрит Дэн Була, к примеру. Или вот Буги. Буги, кстати, вот об играх. У него вообще игровых видео нет почти. Он также вот так в видеоблоге с вами разговаривает и со зрителем. Иногда еще в Twitch тоже. Но, в общем, не суть. Что-то отвлекся. То есть, при лучшем раскладе я куплю себе GoPro. Поеду с компом. Буду записывать блоги, что да как там на выставке, показывать, что новое и так прочее, и заливать. То есть там сколько эти выставки идут, несколько дней. Блин, простите, видео долго будет, но и тема серьезная. Ну так вот, то есть в планах представим наилучший расклад событий. Это значит PlayStation Eye камера, чтобы можно было играть и видеть лицо одновременно, а не раздельно, как на данный момент. Выставки Gamescom и EGX, это, по-моему, называется в Англии. В этот раз на Бирмингеме. До Бирмингема ехать далеко, блин, это в центре Англии. Ну, то есть, ну, мы говорим о лучших раскладах. То есть, Бирмингем, все это с GoPro, а там еще зимой и новый компьютер, и там уже монтажик и прочее. И к тому моменту, наверное, и подписчиков будет больше, потому что это происходит. Странно, кстати, происходит, независимо от того, распространяю и делаю ли я видео, потому что у меня много старых видео, и народ, видно, находит через YouTube сам, и находит видео, и смотрит, и подписывается, и я очень рад. Так что это все не просто из моей головы, ребята, я анализирую, я не поленился даже пролистать все 4 сотни и зайти каждому посмотреть, что они лайкают. 4 сотни человек. Сообщения читал, комментарии и прочее. Ребята, я все читаю, все учитываю. Есть вещи, которые я могу сделать, есть вещи, которые не могу. Есть интересные идеи, которые я на данный момент не могу сделать, но в итоге потом. В общем, мне нравится наша коммуникация, наш диалог. Так что под этим видео каждый, кто посмотрел, ну не поленитесь, пожалуйста, напишите свое мнение, что вы хотите видеть на канале, как это развивать и прочее. Но с учетом того, что этот канал не будет чисто по Destiny. Почему? Потому что я тоже человек, хочется разнообразия и как-то надо продвигаться в разные стороны. А чтобы делать отличные видео по Destiny, я не дотягиваю по уровню на данный момент. Так что посмотрим, как что и будет. Теперь паршивая часть. Подождите минуточку, я даже придумал. Наушники Beats. Офигенные наушники. Не, шучу. Такой херней я страдать не буду. Это, как я думаю, все знают уже эти наушники Beats или финансовые пирамиды, как в Хованске. Я этого делать не хочу. Почему? Потому что я уважаю вас и уважаю себя, и таким говном заниматься не хорошо. Толкать туфту, потому что, во-первых, те наушники Beats — это обман из Таиланда, не из Китая, из Таиланда, да, качество. Пирамида — это просто развод и прочее, это казино, всякие рекламы, группы и прочее. Я этим заниматься не хочу, поэтому я буду делать как америкос.
То есть есть небольшой донат. У меня сейчас есть кнопка PayPal, но я заметил, что у меня российская аудитория, русская аудитория, русскоговорящая, так скажем, потому что есть много разных стран. Им PayPal не знаком. Люди не пользуются этим западным буржуйским говном, так скажем. Поэтому, кто знает, посоветуйте, какие еще есть виды доната, только не наглого такого, а простого, чтобы я также прикрепил кнопочку, и кто хотел, там, хоп, помог и прочее, чтобы как-то соучаствовать. Потому что PayPal не очень работает. А я старик, я вообще ни хрена не умею этим пользоваться. Мне PayPal занял день, наверное, создавать. А там что-то есть, WebMoney или еще что-то. Kickstarter, еще. В общем, какой-то хочется вот связь, чтобы кто мог. Я не буду рекламировать говно и требовать или просить чего-то. Кто мог? Чтобы мог там, например, прислать какую-то маленькую хотя бы сумму и сказать на что. То есть хоп-хоп-хоп. А чтобы быть кристально чистым, если сумма будет приходить относительно большие, я не буду их просто тратить на говно всякое. А если буду что-то делать с этими финансами, я буду вам показывать чеки, на что это пошло и так далее. Например, там хоп, билет в Бирмингем, там хоп, тррт, купил, вот чек, ребята, вот потратил то да сё. То есть, если, конечно, пришлю, скажут там, на тебе на шлюх и Блэк Джек, потрачу на шлюх и Блэк Джек. Да не, шутки. Ну, в общем, не примите меня за такого прям предпринимателя. Я не собираюсь делать на этом деньги. Я просто хочу создать какую-то связь. Кстати, насчет связи. Так как люди смотрят видеоблоги, кстати, некоторые подписчики вообще не играют в игры. Кто эти люди? Простите, я не то, что это не пренебрежительно. Я очень рад, что, вот, например, ты сейчас смотришь, не играешь в игры, но смотришь. То есть людям нравится смотреть на говорящего человека. Я не знаю, почему, может, у меня рожа смешная или говорю эмоционально, но, в общем, для этих людей тоже хотелось бы создать какую-то частичку. И у меня есть такая небольшая идея, сыроватая, но люди на моем канале подписаны со всего мира. Это все в задумке, это еще даже не в альфа-версии, это только вот создается. То есть создать какую-нибудь такую передачку, чтобы посылать, например, открыточки. То есть мне там присылают с Урюпинска, а я посылаю там открыточку там из Лондона или Портсмута. А потом то открывать письма, то есть вот такой, по определенному графику, например, раз в месяц. Там вот пришло там 4 письма, хоп, оттуда, 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 рассказать, что, пожелания. В общем, все сыровато, как видите, это все в башке, у меня просто башка сейчас лопается. Но суть канала в чем? Канал будет развиваться не только в сторону Destiny. Destiny будет иметь место до тех пор, пока Destiny игра вообще дышит, но канал больше пойдет в видеоблогинг, потому что, извините, на данный момент у меня нет времени, ресурсов говорить не буду, уже все мозги прожужжал, но главное, что это, то есть мне проще, то есть снимать просто видеобложик такой, а народу почему-то нравится. Ну, пока народу нравится, буду делать. Раз нравится, не буду делать. Так что ставьте лайки, дизлайки и комментарии, пожалуйста. Это видео чертовски важно. Это, наверное, второе самое важное видео за все время канала, потому что канал хочет эволюционировать. И я хочу давать хороший продукт. Без всяких реклам, дебильных советов и прочее, и прочее. То есть давайте развивать вместе, как и планировалось. Но суть, давайте коротко, блин, уже, ё-моё, 13 минут, ну ничего, будем надеяться, что вы пельмешки кинете, идите, пельмешки-то долго есть, ну так вот, под видео самое то. Ну суть, давайте коротко, что, потому что наболтал, ё-моё, и вам это смотреть, простите, офигенное начало хорошего продукта, но суть в чем? Короче, в скором времени будет видео, то есть будет, конечно, Destiny видео, будут видеобложики рассуждения о тех событиях, что произошли в июне, а именно игровых, то есть выставки и прочее. Дальше, может быть, добавится какая-нибудь новая игра, желательно онлайн, потому что я хочу делать онлайн видео про онлайн игры, потому что в онлайн играют люди, и это такой более живой продукт. Также, скорее всего, может быть, если повезет быстро найти PlayStation Eye, будет больше работ на Твиче, так что подписывайтесь на Twitch, там тоже кнопочка есть в углу, то есть когда канал открываете, там шляпка, там у меня там три кнопочки, вот там Twitch есть, если хотите подписывайтесь, там сейчас ничего не происходит, но если со временем, наверное, как-то будет оживать этот проект, дальше, если еще больше повезет, ну это очень трудно сказать, не лучшее время, у меня диссертация. Так что тут гарантий нет, плюс это не дешево и прочее. Но Gamescom, либо EGX.
в конце сентября. Это, по-моему, как раз уже после защиты диплома магистратуры по биологии, так что, ребята, будет, то есть время было бы прикольное. А что да как и дальше, я не знаю, но с E3 обещали много игр. Игры будут, Destiny будет, все будет. И никогда не буду никого отвергать, выжимать и прочее. Количество подписчиков растет, но хорошие дружеские отношения с каждым из вас будут также дальше поддерживать. Я буду отвечать на комментарии до тех пор, пока могу. Простите, сейчас позже отвечаю, потому что времени мало, комментариев больше. Буду отвечать на сообщения и по возможности играть. То есть я играю с подписчиками, потому что вы не просто подписчики, вы товарищи. И слушайте всю ту ахинею, что я сейчас несу. Вот такие вот пироги, товарищи. Новости, я уверен, не хорошие. Люди не любят изменения. Люди консервативный народ вообще. Я тоже в том числе. Но пришел переломный момент, когда надо добавлять новый контент и как-то идти еще и в другие стороны. Тем более, что группы ВКонтакте оживились, и информации по Destiny в них гораздо больше, чем у меня на канале, потому что работает группа людей. Длинное видео. В общем, добро пожаловать в сезон номер 2. Если у вас есть желание отписаться, отписывайтесь, я пойму. Потому что, может, вы подписались чисто из-за Destiny, либо и чисто из-за видеоблогов, моей болтовни. Но и то будет просто в разных пропорциях, и потом появится что-то новое. Может, создам плейлисты, чтобы вам легче было подписываться на конкретные видео. Спасибо за внимание, товарищ. Спасибо за внимание, товарищ. До свидания, товарищ. Ура! Спасибо.